На календаре середина ноября, а значит, зима не за горами. Уже на следующей неделе синоптики прогнозируют сплошные ночные заморозки. За погоду в доме в Бобруйске отвечает гора и топсбыт. Настоящая горячая пора здесь началась еще в середине лета. Ежедневно к нам поступают 2 машины брикета и 2 машины дров. В основном дрова хвойных пород. Ну, иногда бывает береза, иногда граб, осина. Ну, это все по наличию в лесничестве. На балансе предприятия более 4000 частных домов нашего города. Обслуживается не только Бобруйск и район, но также Глуск, Осиповичи и окрестности. Уже реализовано свыше 5800 тонн брикета и без малого 5000 кубометров дров. В настоящее время мы работаем с 2 торфопредприятиями. Это ОАО «Днепровское торфопредприятие» и ОАО «Старобинский ТБЗ». Ежедневно к нам поступают от них брикет. А с лесхозами у нас на сегодняшний момент 4 лесхоза. Это Бобруйский лесхоз, Кличевский, Быховский, Глузский. С недавних пор заключили договор с Осиповичским лесхозом для обеспечения конкретно Осиповичского участка. В 2021 спрос на дрова среди населения вырос на 30%. В министерстве это связывают с морозной зимой. Топить печи и паровое горожане были вынуждены больше и дольше обычного. Нынешний же отопительный сезон стартовал на несколько недель раньше. Не исключено, что это вызвало всплеск заявок на приобретение дров. В Бобруйске на граб, осину и ольху тоже ажиотаж. На очереди около 300 заявок. Из-за высокой загруженности предприятие временно не принимает заказы на разделку и доставку дров, только самовывоз. Нововведение действует с сегодняшнего дня. Тем, кто оформил договор заблаговременно, топливо привезут в срок. Стоимость, несмотря на небывалый спрос, осталась прежней. Тонна брикета обойдется в 27 рублей 82 копейки. Кубометры дров стоят 9 рублей 8 копеек. Кстати, готовить сани специалисты рекомендуют еще летом. Это уже на следующую зиму. На это у меня есть. Ну, чтобы подсохли. 2 тонны брикета взял, а на остальные 2,6 куба дровами. Оформить договор и узнать все детали можно на Бахарова 7. Чтобы оставить заявку, необходимо взять с собой паспорт и топливную книжку. Тем, кто заказывает сырье впервые, нужна еще и справка о составе семьи. К слову, в год на один дом положено 3 тонны брикета или 4,9 кубометра дров. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.